Ну что ж, Олечка, у нас сегодня день необычный. Мы готовимся к Новому году. Мы вышли на финишную прямую. И все предложения будут, ты знаешь, не только для декора, но еще и на подарки хорошо. Правильно, потому что уже стартовал декабрь. И уже нужно торопиться. Торопиться к тому, чтобы успеть сделать подарки. Но подарки сегодня у нас еще и при заказе. При заказе первого любого своего, своего лота вы получаете еще подарок. Это полотенце с символом года. Посмотрите, здесь и петух, и курочка. Вот такой приятный подарок придет к вам с любым заказом. На шоп-н-шоу только сегодня. Кстати, а количество подарков ограничено. Ну, а для того, чтобы сделать свой дом новым, обновленным, красивым, нарядным к Новому году, мы вам предлагаем воспользоваться сегодня уникальным шансом приобрести шелковое покрывало. Это спецпредложение дня, наша замечательная утренняя элегия. Утренняя элегия. Вы только представьте, какая звучит в этом музыка. Насколько потрясающе выглядит покрывало. И представьте свой дом, представьте, как преобразится ваш интерьер, когда такое нежное, дивное покрывало украсит ваш дом. Покрывало «Утренняя элегия» – это лучшее предложение, специальное предложение только сегодняшнего дня. Олечка, ну а для специальных предложений я всегда выбираю особенные украшения для дома. И вы, наверное, уже обратили внимание, в каких тонах выполнена наша «Утренняя элегия». Здесь жемчужные, перламутровые, молочные тона соседствуют с цветом следующего года, зеленым, но он выполнен в изумрудной гамме. Вот вся зеленая палитра оттенков, Оль, в следующем году будет на пике популярности. Уже сегодня известные дизайнеры об этом говорят. Поэтому вы приобретаете еще и ваш совершенный современный интерьер. Слушай, современный интерьер. Ну, ты знаешь, мне очень нравится еще и рисунок. Цветовая гамма очень такая, знаете, освежающая. Светлых оттенков нам обычно в доме не хватает. Согласна с тобой. Особенно, когда за окном уже тоскливый пейзаж. Посмотрите еще, какая здесь красотища. Что это за цветок? Олечка, фантазийная яблонька. Дизайнеры, да, захотели сделать нам вот такой вот замечательный подарок женщинам. Символ новой жизни, символ женственности, распустившиеся цветы яблони. Причем они выполнены на вот таком перламутре прекрасном. И действительно, это освежающие тона. И если вы устали от темных оттенков дома, или вам не хватает света в комнате, комната выходит на теневую сторону, или она комната футляр, или небольшая спальня, как правило. Вот утренние леги — это точно ваше предложение. Отблеск этот будет давать отцвет такой. Приятное мягкое свечение комнаты будет гораздо. Вот знаешь, вот сейчас ты заговорила вот о свете, о свечении, о бликах. И я теперь хотела бы задать тебе вопрос, что же это за ткань? Она смотрится очень дорого. Дорого выглядит, на ощупь очень приятная. Это шелк? Это шелк, но шелк нового поколения. Декоративный шелк или эко-шелк мы его еще называем. Действительно, ткань, она прям вот воплощение какой-то таинственности, волшебности. Этот приятный блеск передан, согласись, во всей красоте. Вот эстетичная красота шелка, она передана. Но мне очень нравится то, что современная ткань гораздо прочнее и долговечнее, чем это был бы натуральный шелк. Вот так это что самое практично главное. Хозяйки оценят, я думаю. Конечно. Помните, какие раньше были шелковые блузочки? Их пальчиком тронуть было боязно, чтобы не испортить шелковую ткань. А это шелк нового поколения, который будет служить нам долго. Если вы давно искали практичный, но в то же время красивый подарок, заказывайте прямо сейчас. Ведь это специальное предложение дня. И представляете, какая роскошь поселится в вашем доме. Вообще, я считаю, что и для первой покупки это идеальное предложение. Решайтесь, успейте забрать свою утреннюю элегию. Олечка, очень хочу отметить еще наш большой размер. У нас есть два размера. Один 200 на 220 – это размер популярный евро, а вот 230 на 250 – это евро макси размер. Вот. Большой, давай еще раз его покажем. Давай. Нам должно быть хватить роста, надеюсь, хватит. Мы на мысочки встанем, чтобы вам показать эту красоту. Очень здорово, потому что это размер редкий, и его ищут очень многие, чтобы полностью закрыть нестандартную евро-кровать. То есть подойдет даже для большой кровати в спальне. Вот так, представьте себе, а я так люблю, когда у нас укрыта кровать, и когда спускается покрывало, не спадает и прикрывает все, что обычно еще и под кроватью. Хочется спрятать от глаз. Банки,
например, с заготовками, да? Да, у меня там тоже коробочки с обувью лежат, и действительно это ощущение порядка, когда кровать полностью закрыта таким потрясающим шелком. Но и это еще не все секреты нашей лиги. Посмотри, как интересно дизайнеры выполнили вторую сторону. Так. Они ее сделали умной, я даже так бы могла сказать. Да, интересно. Обратите внимание, она, смотри, Оль, она не такая блестящая, она напротив матовая, она будет с задерживающим эффектом, то есть покрывало не будет скользить, вам не придется его по нескольку раз поправлять. Опять же, наш покрывало одеяльного типа с синтепоновой прослоечкой, легкое летнее одеяло. Можно его использовать даже так. Вот так, представьте себе, вот это да, действительно умное покрывало, утренняя элегия, оборотная сторона, не скользящая, а значит не будет скатываться с нашего постельного белья. Ну и, конечно, блеск шелка, эффектность нежных оттенков и, конечно, шелковистая ткань. Редчайший шелк, который не боится ежедневного использования. Это точно, Олечка, я тебе больше скажу, не боится сотен стирок, форму покрывала не теряет после стирок, не накатывается, всегда сохраняется свой первозданный вот этот чарующий блеск, за что я и люблю современные инновационные ткани. Сделайте ваш интерьер блистательным, порадуйте себя перед Новым годом замечательной утренней элегии. И, конечно же, вы обратили внимание, что мы сделали для вас готовый интерьер, ваш прекрасный блистательный интерьер в стиле современном. Это очень хорошо. Слушай, ну потрясающе, и на диван, и на кровать, и идеальный подарок под елочку. Не упускайте, пока есть у нас размеры и 200 на 220, и 230 на 250. Кстати, именно больший размер и популярнее. Заказывайте сейчас и получайте в подарок полотенце с символом наступающего года.